Охуенно! Семка с горячей точки, Владик, что случилось? Вылетело. Благослови его Господь. Давай. Все. Так, брат, где мы? В Харькове. Сашенька, как тебе здесь? Нормально? Это very cool Харьков. Скажу, как и я. Куда? Подписи. В туалет, я понял. Прыгайте. Давай. А ну, брат, сними манкос. Тур по классике начинает с маленьких парапетов, которых в Киеве нет. Еще. I'm ashamed of it. Shame, but I will take it. Right? That was disgusting. My heel was hanging over the edge. So, unfortunately for me, that counts. It was terrible. It is a stick. I'm ashamed of it. Артур, take one. Артур, take two. Ну, такой разбег. Take three. Ну. Ну! It's very cool. Nice try. Ну, тут Артур и его юные помощники будут делать аккур 10-футовый. Давай. Одни чекают периметр, другие держат. Все, давай. Ой. Подожди. Стой, стой, погоди. Короче, где пускаешь? Просто делай нормально и все, не надо будет переделывать. Нормально делай, нормально будет. Красава! Ох ты шо, я бля... Да ёб твою мать! Хуен! Да, легчайся! Съемка иде. Я только вытерпу сразу опять скрозь. Бля! Можно. Да, чувак, нет. Собирай. Да ты шо? Поехали, Артур. Да ты шо? Я сразу так и ебать целиком, понял? Я в тихо пошел сразу. Ну? Да ты шо? Очень красивый кадр. Что у нас, Диман? Друга треня, да? Друга? Уже, по-моему, четвертая у вас. Сейчас сюда лача буду делать.
Так, ну это второй день, мы в Харькове, идем сейчас покушаем, меня, наверное, не слышно, потому что здесь машины ездят, и сейчас будет Макдоналдс и чаек, а потом мы едем прыгать. Паша, отходите. Господи, давай. Ай, ай. Малявочки самые голодные. Валик. Ай, смешно. Тут столько связок. Ну все, все. Есть, пошла съемка. Съемка горячей точки, Владик, что случилось? Вылетело немножко. Блин. Она не прикрученная была, шаришь? Она не прикручена? Она не держалась. Тут нету болтов. Ёб твою мать, тут реально нету болтов. Это украинский прокрут-просчет. А на чем она вообще? Они забыли пробить вот эту дверь. Но мы показали строителям их просчет, правильно? Да. Ребята, исправьте. Да. Вот это есть. И давай на нижнюю сразу дроп, на нижнюю. Тут перепад полтора метра. Прораб Иван только что показал, где еще неправильно закреплена площадка. Это приехали киевские ломаты. Да, да, да.
Ваня, як ти самочувствує після такого? Нормально, вона провалилася, я доштовхнув на цю трубу до цього боку. А ти з неї толкався? Я хотів сюди стикнути. А, ти з неї хотів вистрибнути? Так, я вже присаджуюся. І ти коли вистрибнув, вона ушла, бо я не бачив. Я присів просто, щоб випрыгнути, і вона вже провалилась. Хорошо, не прыгнув. Чувак, а я сюди пригав, так що стік зверху, отуда. Приїхали київські споти, ламаються. Апдейт по інформації. Тут вообще ніде болтов нету. Ми думали, що тільки там нету болтов, а тут вообще ніде нету. Тобто вот жовта труба, от там от видно. Знаєте, який вивод? Ну, на камеру не видно, но там дырок, просто вот дырок, да, для болтов вообще. Да. Вообще. Вот, я не знаю, будет видно здесь. Тут места в трубе под болт нету даже. Да, да. Смотри, так тут просто болт? Они скрутили. Может, это такая технология, что это зажимает как бы эту как херню, где? Ну, типа, не зажимает, ну, это бред. Зажимает. Да, охеренно зажимает. Видишь, тут под ключ. Ну, это дерьмо технология. Слушай, она же сейчас... Дай, дай им... Снимаю. Владик только что туда прошел и сел на эту трубу, как на конь, на коня. Супер клин, но я клин. Два.
Не бойся, прям четко киньте, это я аккуратно страхую. Не бойся, давай. И тут я этого, так, давай, пораньше, вот здесь. Дальше на первый шаг.
Поймать, что ж так медленно. Да, блин, быстро, но тут не выжился. Так, ну, мы уже тут 3 часа треним, я немного подзаебався, тому я буду снимати сейчас чуть, що тут ще делают, а потом ми поїдемо на піцу. Хорошо? Хорошо? Можеш пару слов сказати? Пару слів про харківське метро. Тут неможливо зайти, якщо ти не маєш рівно ту суму, яку треба за закупку білета, або щоб типу, там десятки дорожчі і монетами. І от ми вже 2 дні підряд всі викріпаємо всю мелочь. От я спеціально ношу це все в кармані. Пацани вже приготовились немножко. І ми зараз будемо покупати білети. А де тут? А, от, все, погнали. Все, я вже дала. Все, я вже дала. А что делать, если у меня 1/20? Дайте, можно. 50 копеек не катят. 50 копеек, если что, не катят. Мы хотели снегу. Это так, я сам. Мы как в Вегасе. Вот наша удача. Так, кто там нас держит? Вот, Димон вообще мазал. Самовывоз. Кто там без билета еще? Держи. Если ты пас работ, давай ты на мелочу на поезд задержишь.
Да, есть еще, если что. Давай, все, вирубайся. Зараз другий день, друге тренування, уже четверте за два дня. І ми мертві в хлам, ми просто ледве стоїмо на ногах складу. І ми зараз зіграємо стік на 5 букв. І проігравши після стіка, ну після трені цієї короткої, двочасової, ставить в чудо тому, хто виграє. Весь набор, що тут захоче. Ну, типу, які то булочки там, чи йогурт, чисто, щоб прям умирати, так умирати сладко, правильно, Вадим? Да. Все, зараз ви це побачите. Лач в кет. Ну, якщо ви чекаєте, що тут сьогодні будуть цікаві закази, ви дуже ошибаєтесь. Ну, хоча Влад може все зробити, коротше. А, туди лач в кет. Окей. Шах. Давай, продемонструй. ТВ глядачам. Понял. Ах ты педик. Нет? Давай. Да. Да тут нечего делать, брат. Это первая буква. Ты ж только что сказал целехку. Целехку я просто овершу. Ну ты не овершути. Unfortunately. Мы играем с unfortunately. Сука. Не, мы играем нормальный стик. И счетик так. Влад прописался в том углу. Сука, хорошо. Понял. Когда ноги убитые, надо делать аккурасы вниз. Интересные заказы, а ты, блин, вот эти с очами. Такая магнезия, давай прыгай, блин. Там на турнике килограмм магнезии. Ого, что там спирснуло так? Еще нормально. Ну, если две, я бы не засчитал и себе. Хорош. СС у нас. Что, за второго? А я не уточнял, с какого кача. Но я реально выпрыгнул и понял, что я сразу не законтролю, и поэтому со второго. Ладно, Владу можно со второго кача. Это получается два подряд у меня заката одинаковых. Но ладно. Если я не сделал, я буду храниться, что не считаю. Влад тоже со второго. Хорош, ну все, надрюкали на цілач. Щось Влад задумав, мені не подобається. Я зараз не стікну, я розоб'юсь. А що буде? Рол в стік. Рол в стік? Сука, яке воно дурне. Ад блесе. Да. Благослови його Господь. СТ у нас. У нас СС. Ми на 5 просто не вивезем, 3 буки. Тому що жесть. Заказ шах на кубик і на оту херню. Окей. Вперед. С места. Понятно. Артур не по интересным заказам, он так. А, по аккурасам. И то сделать не можешь. Ну все. King is failed. А, отпрыг теперь с виса, да? У нас максимально разнообразный стик сегодня. Что так? Что-то пиздит еще на мене. Третий раз подряд туда отпрыгиваю. Так, опять ты? Давай, теряйся с кадра. Мы сейчас пойдем в Game of Flip на батуте. Артур сказал, что одна игра его, а вторая моя. Что мы на батуте будем? Мы будем на батуте играть в Game of Flip. Ты сказал, одна твоя за заказ. А один... я могу сразу проиграть? Нет. Ты должен все пробовать. Все, давай, отпрыгивай. Так, я вижу. Фиджи, где ты так нужен? Почему Влад заказывает... Теперь отпрыг с другой стороны. Ну, понятно. Это все меняет. Сейчас я подумаю, как мне надо...
Не, но... Unfortunately... Fortunately, we don't count this shit. Заказы на месте. Давай. Хорош. Сука, у меня СТ тупо на ровном месте. Ну ладно, есть шанс. Если он сейчас не делает, я потом закажу ему. Аккурат сюда на трубу, да я стою. Хотя, блин, аккурат на трубу нестабильный. Право, да. Да, один шаг. Ну, наконец-то, хоть интересный заказ. Хоть если... Если не сделаю, то хоть не стыдно будет, что не сделав. Артур решил с козырей, но он забыл, что это надо сделать сначала. Так. Дима что-то придумал. Говорит, снимать. Я не успеваю вообще что-то понять. Куда он делся? Все? Конец? Давай. Все. Артур, she's big? Что там? Ебать, устал. Я не знаю, там пятки две. Сука. Ну все, держи. Может сюда же прыгать. Ну я стегнул. Unfortunately. Unfortunately, it not counts. Там даже можно в окно. Давай. Уходи! Легенда на месте. Давай, Win 360 только с разбега. Нет. Пока разбивался, я думаю, перехотел что-то делать. Давай. Сегодня не по 360, так сказать. Ого, 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 ого. СТ. СТ. Давай. Ну только залез, бедный, ты его уже согнал. Я туда прыгаю. Там просто виднее. Давай. Да. Там лучшие места. В первом ряду, так сказать. Красава. Та ты ж. Опа. Давай, бай, давай. Давай еще что-то классное сделать. Да? Обраточку давай. Watch гейнером. Еле нам достал. Да. И если Владик сейчас не стикая. Ебой! Дима, а де перший трайстик? Я не понял. Что відбувається, Дима? Сейчас будет фрирон. А что там, два карка будет, что ли? Фешенебельный? Очко. Очко собаки, давай. Ты ж, блин. Ну что там, мы ожидали большего. Ну куда? Какой геймофлип на батуте? Мы договорились. Я максимум задку передку тут сделаю. Все. А большего мне и не надо. Хотя флип там минимум 5 букв. Не, мы тут тоже на 3 буквы играем. Ты там первый заказ? Не, я там первый заказ. Да. Значит, я первый заказываю, правильно? Да, да, давай. Скажи задку. Можно у тебя пару минут попрыгать? Нет. Мы ж стик сразу играли. На жопу сюда. Подорваться и приземлиться на жопу сюда, понял? Ну давай, я такой не умею. Ты шо? Бля. Блин, как ты так сделаешь? Ты должен на жопу туда, на жопу сюда. А с руками, не с руками, мне вообще не интересует. Вообще похуй, абсолютно. Эс зашел на базу. Ебой. Но я бы мог типа сказать на жопу сюда, на жопу туда, потом на живот и встать на ноги. Но это будет типа прям вообще максимально низко с моей стороны. Тупо. Я бы даже сказал. Я никогда это не люблю, отвечаю. Но я думаю, на живот, да? Я сможу. На жопу, потом на живот. 10 секунд назад. Я не буду замовляти на жопу і ще кудись. Ні, чекай. Короче, на живот, жопа, спина. Давай.
Я никогда на живот не падал. Я тоже. Встал. Все буду унижаться. Не-не, живот, жопа, спина, встать. Живот, жопа, спина, встать. Я отвечаю, я ніколи в житті не падав на батут на живот, блядь. Я ще не знаю, ще спину так дерну, блядь. Просто тянись максимально ровним. Вот, жопа, спина. Мы там собирались в Game of Flip, я пока ни одного флипа не увидел. Не, я думал, что просто заказы на подкорке. Не, я сказал флип. Ну ладно. А, то есть не считалось тебе? Делай. Неважно, может и считал. Так, у вас есть бату. Ладно, давай. Задние рваны. Такое максимально кривое. Без группировки задние. И сразу типа как вперед. Давай. Я рубил задний на батуте 3 года. Блин, что ж так страшно? Я сейчас улечу тупо в стену. Да ничего давай, не будет, давай. Да давай, пры, ничего не будет. Я ж твои заказы, я твои заказы делал, давай. Все, я сделал заднее. Вперед это не пойдет, конечно же. Не понял. Задка на 90 в боковуху? Ну давай, если ты это закажешь, то я это даже, блин, пытаться не буду, потому что я не смогу. Сука. Не, брат, ну у меня реально S, я это даже не смогу попытаться. Давай завтра хотя бы боком. Господи боже, на что ты не подключишь? Треба было заказать тебе еще пару разных прыжки на жопе. Все любят выигрывать, никто не любит проигрывать. Попрыгай посильнее, а то у тебя вообще что-то. О, 90! А, это там... 90! О, а боковуху? Я не умею боковуху. Ты боком прыг... Я не умею боковуху. Ну прыгай боком. Я никогда в жизни ее не делал. Можно я в яму разобрал? Давай. Я не понимаю, как? Вперед, мы вчера винты прыгали. О, о. Две подряд переды? Вот это то, про что я кажу, но это не считается, как заказ, ты упал. Ну, непогано, треба чуть-чуть больше наверх подрывать, ты прямо вниз стягиваешь. А по технике, по плоскости норм. Попробуй сделать флип в игре Game of Flip. Окей, сделаем это по-правильному. Задка. Перекрут на спину. Нихуя себе, я сказал взад перекрут. Я тоже подумал. Нихуя себе, блядь. Еще себе, ну давай. Задка в сит на жопу. Так как вообще? Ну, задка перекручивается. Ну хорошо, сейчас. Потом падаешь на живот и встаешь на ноги. Все. Окей, давай, вперед. Хочется это увидеть. Думаю, задки на жопу было бы достаточно. Ну так как ты хочешь еще что-то, то давай. Блять. Оно прибье нормально? Ну если ты высоко прыгнешь, то, наверное, да. Бля, задка на жопу, ты как придумал? Коля, задка на жопу тяжело? На спину легче? Далекая, что на спину легче. Тоже нормально. Давай с места. А как я тут на живот выйду? Не понял, что это за тренировки пошли? Какие-то уже ладно. Непонятные. Погнали, делай зад, потом уже сориентируюсь. Я же говорю, ты до зря добавил. Контрдвижение сначала назад, а потом вперед. Не, надо было за контрути. Чуваки, я не буду кидати на задні. Потому що я ненавижу бату. Там дуже багато інерції, я її не контролюю. Я знаю, що я зараз. Я можу половинта заднього зробити тобі з дерев'яхи, коротше, на мат, блін. Нічого.
ты снял? Нет. Он тогда туда прыгнул. Короче, я бы тут, я не знаю, что вот еще в земле именно тот геймер. Да все равно геймер, блин, на плоском. Ну сейчас и туда пойдем тоже. У нас еще час времени. Я не знаю, я попробую сейчас планшет. Если я увижу землю, чуть... Чуть плечами бахни. Чуть-чуть, да. Давай. Не стрёмно, не просто стрёмно заворачивать, это сидя. Понял. Короче, тут Дима предложил какие-то детские трассы поделать, но они реально детские. Но я все равно их поснимаю. Давай, Дима, демонстрируй. Красавчик. Владик, який не хотів вообще це робити, ну, типа, лайтові траси, він це зробив перед цим вообще в темп ідеально. З 360 і потім по одній вийшов, але ми це не зняли. Що, давай, Дімон, next. Давай, Дім. О, все, понял. Потом сюди перейшов. Владик тоже это сделал, просто он сейчас чилит.